одним из самых распространенных видов кабелей, использующихся посредственно для различных задач, от систем связи до измерительных систем, является хорошо знакомый коаксиальный кабель. Это медный проводник проволоки, изолированный от внешнего проводника оплетки. Все это заключено в внешнюю изолирующую оболочку. Но существует вариации данной конструкции, и биноксиальный кабель – одна из них. В чем особенность биноксиального кабеля? Его отличие – наличие второго внутреннего проволочного проводника в центре. Он параллелен другому внутреннему проводнику и изолирован от него. И, конечно, оба они изолированы от внешней оплетки экрана. Иногда такой кабель называют также биаксиальным. Главные параметры биноксиального кабеля – полоса пропускания, волновое сопротивление и затухание сигнала. Используется для передачи данных, например, в частотных сетях, сетях Ethernet. Благодаря наличию пары проводников есть возможность производить передачу в полудуплексном режиме. Кроме того, сейчас существует перспектива использования биноксиальных кабелей вместе с интерфейсом DisplayPort для соединения компьютера и монитора, а также подключения систем для домашнего кинотеатра.